Какая скрытая сила заставляет людей преодолевать пространство и время? На этот вопрос, возможно, ответят участники велопробега, организованного ребятами из Мирного, которые на обычных велосипедах проделали путь из Москвы в Якутию. О них наш следующий сюжет. По дороге домой. Так называется выставка, которая проходит в эти дни до 17 февраля в Московском доме национальностей. Ее организовали смелые ребята из города Мирный, которые на обычных велосипедах проделали путь более 8 тысяч километров из Москвы в Якутию. Но дело ведь не в километрах и не в расстоянии. Говорят же, что самое главное — это даже не, ну, как бы не точка, а именно сам процесс путешествия. Ну, то есть не точка от А до Б, а именно сам процесс. И сам процесс, он конечно же, доставил больше всего наслаждения. Парни не были дома более 10 лет, но какая-то неведомая сила потянула их на малую родину. Нам хотелось, приехать домой прежде всего. И мы когда выплыли в Ленск, ну это уже Якутия, мы почувствовали, что уже мы практически дома. А сколько нас таких разъехавшихся, разлетевшихся по разным городам и разным странам? А душа-то болит, а сердце просит. А значит, нужно садиться и ехать, чтобы увидеть, почувствовать и рассказать о своей любви к большой стране и малой родине. Мы представляли, как мы приедем, ну я, по крайней мере, представлял, как мы туда заедем, и как мы увидим там родителей, как родители нас обнимут и скажут спасибо. И так и случилось? Да, практически, даже лучше. Пусть наш Дальний Восток станет еще чуточку ближе для всех, кто сможет прийти и увидеть всю эту красоту по дороге домой. Александр Яценчук, НВК «Саха», Москва.